Омский «Скиф» взял успешный старт в новом сезоне чемпионата России по гандболу. Первыми соперниками нашей команды стали представители УОР номер 4 из Московской области. А мячи на домашнем паркете сразу обозначили свои серьезные намерения на игру, забив первый гол и удерживая постоянное преимущество в 2-3 мяча. Так болею, переживаю. Вроде как бы и спокойно надо относиться, но все равно вот ёкает, когда наши забивают, прям радость такая, гордость за команду возникает. Желаем удачи нашим спортсменам. Ну и я думаю, что первый матч, он будет хорошим заделом. Мы верим в команду. Во второй половине дебютной в этом сезоне встречи скифовцы сумели увеличить отрыв до 10 мячей и сохранить его до финального свистка. Итоговый счет встречи 44-34. Старт получился очень успешным, матч удался. Дали поиграть молодежи, я считаю, хорошее начало сезона. В нападении получалось очень многое. Играли хорошо, команда справлялась со всеми поставленными задачами. Ну, в защите в первом тайме были огрехи, но во втором тайме их удалось нивелировать. Но это только начало. Тренерский штаб ставит перед спортсменами непростые задачи. Одна из приоритетных установок – это попадание в тройку сильнейших команд высшей лиги. Конечно, нужно время обыграться, посмотреть, и тогда, может быть, поставить более высокую задачу. Следующим соперником омской команды станет снежинский «Сунгуль». Выездные игры с ними «Скиф» проведет 16 и 17 ноября.